Друзі, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Фабрика новин. Моє ім'я Катерина Федотенко і мій гість сьогодні – це Борис Тізенгаузен, політтехнолог український, експерт з управління репутацією. Пане Борисе, слава Україні, тому що добрим цей день не назвеш. Вітаю вас, героям слава! Звісно, що ми почнемо з жахливої трагедії, яка відбулася в Броварах. Хотілося б для початку почути ваш коментар того, що сталося, тому що, я так розумію, ви безпосередньо мали контакт із міністром внутрішніх справ, паном Монастирським, і з паном Єніним спілкувалися. І, на вашу думку, яким чином і чи вплине ця жахлива трагедія на інституцію, на роботу інституції, чи похитне роботу МВС? Ну, во-первых, хотел бы выразить соболезнования семьям и семьям детей, которые погибли там. Понятно, что если бы не война, не пришлось бы, грубо говоря, вот так на сверхнизких высотах летать, не пришлось бы там пилотам, ну, грубо говоря, там перегрузки в плане усталости ощущать на себе, потому что мы понимаем, насколько, какая нагрузка сейчас лежит, в том числе и на Министерстве внутренних дел, одном из самым большим министерств по количеству людей, которые входят туда. Поэтому действительно ужасная трагедия, но на работу, на работоспособность, на стабильность работы министерства это не должно повлиять, и мне кажется, не повлияет. В Министерстве внутренних дел огромное количество профессиональных кадров, профессиональных замов, которые, в принципе, сейчас продолжают работать. То есть, естественно, да, это трагедия, все понимают, но министерство работает. Поэтому, конечно, я, честно говоря, не поверил, вот когда прочитал это. Ну, то есть все руководство МВД фактически, и Денис Монастырский, и Евгений Енин. Ну, новость ужасная, но, как говорится, нам свои рубыты. То есть все мы должны дальше продолжать, каждый на своем фронте. И мы понимаем, что каждый день гибнут сотни людей. И если бы не Путин, который пришел сюда с непонятно какими целями, то многих трагедий удалось бы избежать. Це все правда, звісно. І дійсно, під час цієї трагедії щонайменше загинуло 18 людей. Це люди, які перебували в дитячому садку, серед них і діти. Тому дійсно щирі співчуття родинам цих всіх людей. Я хотіла ще, знаєте, поточнити, що ви сказали, що якби не було цієї війни, то вертольотам, літакам, льотчикам не треба було б літати так низько. Їм би взагалі не треба було б летіти, тому що, як повідомили в Офісі Президента, керівництво Міністерства внутрішніх діл, справ летіло в гарячу точку, тобто на фронт. Якби не було гарячої точки на фронті, якби не було військової агресії Російської Федерації, не було б цього всього, і не гинули б зараз діти. На жаль. Я хотіла вас поточнити, які висновки потрібно зробити з цієї всієї ситуації, тому що, звісно, що потрібно вчитися на всіх цих уроках. Можливо, потрібно розробити інструкцію, як була ініціатива на самому початку повномасштабної війни, коли хотіли розділити, щоб не було в одному місці, в одному приміщенні, в одному гвинтокрилі, можливо, або ж літаку багато, великої кількості військового керівництва держави. К сожалению, Катя, это невозможно. То есть элементарно, даже когда ставка собирается, там практически все военно-политическое руководство находится. Когда президент собирает какую-то нараду, то там тоже находится весь офис президента, силовой блок может находиться. Поэтому это невозможно в условиях войны. Разделить, чтобы ездили или летали там в каких-то отдельных машинах, вертолетах, стоит понимать, что не могли лететь там Енин, Монастырский и госсекретарь МВД в трех разных вертолетах. Это невозможно просто, мне кажется. Я не буду сейчас как-то детально комментировать, потому что я не являюсь экспертом в данном вопросе.
Сейчас просто повылазила куча всяких экспертов, которые начинают говорить, а как это они там вдвоем летели? Да вот так и летели. Так же, как Зеленский приезжает в Херсон, с ним приезжает Ермак, приезжает Тимошенко, там приезжает Монастырский, возможно. Ну, таковы реалии сейчас. Прятать их по бункерам – это больше российская история, по бункерам прятаться. Поэтому мне кажется, что единственное, что я бы, наверное, попросил, вот может, если нас там кто-то слушает, разных экспертов-конспирологов, немножечко прикрутить свои микрофоны, которые сейчас начинают там пиар вот этот на костях, а там Россия, спецслужбы, начинают выдвигать абсолютно необоснованные какие-то версии. Просто хотя бы на этом не пиарьтесь, но вот можете что-то вменяемое по факту прокомментировать, комментируйте. Я просто уже вижу, что некоторые там с какими-то теориями вылезли уже, пытаются, значит, кликбейт какой-то создать там, но лучше этого не делать, уж точно не на этой теме. Я з вами абсолютно погоджуюсь, тому жодних версій ми з вами обговорювати, прогнозувати, обдумувати, коментувати не будемо, тому що, як вже повідомили, розглядаються всі версії, які можуть тільки бути. Президент так само доручив розглянути всі можливі версії і знайти причину того, що сталося. Зараз же давайте, пане Борисе, перейдемо до інших тем. Принагідно, знову співчуття всім загиблим, родичам всіх загиблих у цій катастрофі. Вчора говорили про те, що буде важлива заява Путіна стосовно так званої СВО. Дуже багато цитат, не встигаю я за всіма встежити, але почнемо з такої. Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это попытка прекратить эту войну и защищать наших людей, которые на этих территориях, новых регионов России, проживают это наши исторические территории. Мы долго терпели, долго пытались договориться. Тут фактично ничего нового. Далее, бандеровцы – это нацисты, они сотрудничали с немецкими оккупантами, а те, кто их возвеличивает, это неонацисты. Россия тщательно фиксирует все преступления в отношении гражданского населения на Украине, которые творят там нынешние руководители и боевики. И на Украине очень многие люди понимают всю правду о происходящем. Чи є щось нове для вас? Абсолютно ничего нового. Я, в принципе, думал, что примерно будет история следующая. То есть это же годовщина блокады Ленинграда и родной город вроде как Путина, да? Ну, по биографии. А на самом деле я думал, что он будет проводить следующие аналогии. Вот 80 лет назад, там, в это время немецкие танки стояли вокруг, значит, Ленинграда, и советский народ там, значит, отразил, выдержал, победил и так далее. Сейчас такая же аналогия, немецкие танки едут в Украину, там неонацисты, бла-бла-бла-бла. Абсолютно предсказуемо все. То есть ожидали, ну, ожидали это что, что он там войну объявит, полноценную мобилизацию всеобщую, вставай, страна огромная. Но это, мне кажется, вбросы самого ну, кремлевского пула для того, чтобы держать в напряжении, в том числе и, ну, мы-то уже не, особо ничего не боимся. А вот наши европейские партнеры все-таки как-то еще где-то побаиваются. Поэтому, хотя, учитывая то, что нам дают тяжелую наступательную технику, танки, и новый «Хаймарс», мне кажется, что уже и в Европе все привыкли к этому путинскому шантажу. Поэтому абсолютно ничего нового. Я ожидал все его стандартные клише. Колониальное, значит, как это, погружение в колониальную историю британскую, рассказ о том, как опиумом, значит, отравляли страны Юго-Восточной Азии в том числе. Потом, значит, про рабовладельческий строй, что он еще там? А, ну и коллективный Запад хочет уничтожить Россию, развалить наши скрепы ценности. То есть вот этот набор стандартных клише. Ничего интересного. Потому что если бы что-то было интересное, навряд ли, ну, как бы анонсировали. Обычно все самое интересное, Путин выходит экстренно, без анонса что-то говорит. Але тим не менше зараз також з'являється інформація і заяви від Кремля про те, що зараз жодних перемовин з українською стороною, з Зеленським бути не може. Про це говорить Лавров. Росія готова розглянути будь-які серйозні пропозиції заходу по перемовинам, але поки що їх не було. А чому це різко, так знаєте, змінилася риторика, тому що до цього вони були готові говорити із Зеленським і з ким завгодно.
Потому что они поняли, точнее, мы им дали понять. То есть в данном случае мы же были инициаторами, когда наше военно-политическое руководство говорило, что ну, с Путиным вообще никто разговаривать не будет. То есть с этим президентом никто разговаривать не будет. Он просто зашел, как, не знаю, как какая-то мразь трусливая, украл кусок территории, отбежал, потерял часть этих территорий, сказал, это теперь мое, и давайте сядем за стол переговоров и, значит, обговорим, какие еще кусочки достанутся мне. Да никакие не достанутся, поэтому с Путиным разговаривать не о чем. Просто у них главное базовое условие – Крым, естественно, российский, и вот эти отхапанные территории тоже российские. И еще в нагрузку, значит, давайте неблоковый статус, демилитаризация там, и поехали. Не о чем с ним разговаривать. То есть у них нет сейчас какой-то понятной... Он сделал вот главную ошибку, взял, присоединил эти территории. Если бы не присоединил, может быть, еще был бы о чем-то разговор. Ходили документы, где там Крым на 7 лет за скобки выносится и так далее. А сейчас ну, абсолютно не о чем. Он отбитый лгун, Путин, абсолютно. Все, что он сейчас в слабой позиции подпишет, он вернется сюда через некоторое время, это понятно всем. Поэтому Россию нужно медленно перемалывать, уничтожать технику, уничтожать армию. Для этого нам нужны поставки соответствующей номенклатуры. И они уже пошли. И, кстати, поставки танков, они вызывают довольно серьезные, как это, вулканические процессы на российских пропагандистских шоу. Они там верещат сейчас, как это так? А смотрите, какая интересная деталь. Сначала говорили, что «Хаймерсы» нельзя поставлять, это красные линии. Вот до этого еще «Байрактары» говорили, нельзя, это красные. Потом танки – это совсем красные линии, прям вот бордовые уже. Все поставляется. И что отвечает на это Российская Федерация? Вот в стиле, значит, какого-то там обиженного школьника. Мы все равно их сожжем, вот мы вам покажем. То есть нет на самом деле никаких красных линий. Поэтому поставляйте все сюда, и будет вам счастье. А Захід це розуміє, як ви думаєте? Да, но вот мне кажется, у них стратегия немножко другая. То есть если бы нам дали сейчас, не знаю, там 100 установок Хаймерса, мы бы, конечно, там существенно поменяли бы ситуацию. Но, наверное, есть у меня ощущение, что Путина вынуждают для этого последнего броска, куда он бросит всю технику и вновь мобилизованных, подводят его к тому, что некая иллюзия победы может быть у России. То есть его подводят и, наверное, готовят ему целый ряд сюрпризов. К сожалению, вот эта вот такая стратегия, это намного большее количество жертв и с нашей стороны в том числе. Но, наверное, Запад как-то не видит иначе, как можно Путина ну, окончательно демилитаризировать. Потому что если сейчас нанести удар каким-то современным оружием, которое Украина получит, и оставить боеспособную там много российской техники, то, мне кажется, ни у кого не вызывает сомнений, что Путин вернется через год, два, три, ну, в зависимости от того, когда натаскает себе оружие из Северной Кореи, из Ирана, где он там еще его может взять. Тут ще Лавров від самого ранку не може сів спокоїтися і говорить дуже багато різного. Що, зокрема, про те, що Запад дає понять, що применит, используемо проти РФ средства і проти любого другого неугодного государства. Действия США по созданию коаліції проти РФ сравнимы з действиями Гітлера, который воював проти СССР. Як вам таке порівняння? Просто вот есть у них, конечно, у их пропаганды максимально тупой прием, он называется отзеркаливание, когда попадает, например, Хаймерсы прилетают в это ПТУ, потом 600, значит, погибших мобилизованных этих оккупантов, и на следующий день выходит информация про удар возмездия, где якобы погибло 600 военнослужащих Украины. Ну, то есть вот это тупорылое, извините, отзеркаливание повестки, то есть на самом деле это США ведет себя как Гитлер, да? А простите, а кто ленд-лиз получал и с кем объединялись союзники против одного агрессора, который перешел свою границу и пошел дальше? То есть, конечно, Лаврова беспокоит, что Россию постоянно сравнивают с нацистской Германией.
Но ведь это же тогда как бы когнитивный слом в мозгах россиян может произойти. Поэтому они в тупую. Есть еще одна фишка пропаганды – многократное повторение. Это чисто геббельсовский прием. Многократное повторение. Повторяйте, что здесь нацисты, и, ну, не знаю, там месяц на всех каналах. И вы увидите, как на улице люди начнут говорить, да там все нацисты. Вы видели хоть одного нациста, спросите вы у них? Они скажут, нет, а зачем? Ну вот, по телевизору сказали. Поэтому бесполезно. Но, мне кажется, и Лавров уже не справляется со своими задачами. То есть, если раньше он как-то еще пытался как-то облачить в дипломатический, не знаю, какой-то кокон все свои высказывания, то сейчас он абсолютно уже ересь несет. Я думаю, кстати, его скоро поменяют. Да, ну тут ще трішки єресі, якщо дозволите. Путін сказав про те, що значить ціль так званої спеціальної операції – це завершення війни, яка триває з 2014 року. Лавров з самого ранку говорить наступне. Цілі спецоперації не видумані, а приділяються угрозами безпечності Росії. І далі наступна теза. В Україні не должно бути воєнної інфраструктури, представляючої угрозу для РФ, гонєній і притісненій проти русскоговорящих граждан. Як змінюються цілі спеціальної воєнної операції, так званої, а по факту війни? Чи стежите, відслідковуєте ви ось ці зміни? Еще как. Значит, вот по этим новым целям, это же новые цели, потому что изначально была, честно говоря, оружие, которое может нанести угрозу РФ, это что? Это от беспилотника до автомата Калашникова, который через границу можно стрельнуть и убить российского пограничника. То есть любого оружия в Украине быть не должно. Ни, там, ни ракеты, ни дроны, ни авиация, ничего. Конечно же, этого не будет. Это раз. Дальше изначальные цели. Не было же присоединения территорий в целях. Если бы Путин 24 числа сказал, я объявляю вот эту, значит, так называемую спецоперацию, цель – отхапать кусок земли. Потому что у нас в России своей земли нам не хватает. Ему бы сказали, ты идиот вообще, ты сумасшедший. Вон у тебя там, значит, Сибирь, Дальний Восток, иди осваивай. А если бы он это сказал, но так как у него цель была абсолютно другая, поменять правительство в Украине на лояльное. Янукович там 7 марта штаны просиживал в Беларуси. Это же как нужно не понимать, в принципе, менталитет украинцев, чтобы вот так на вертолетике привезти Януковича, посадить его на Банковый и сказать, вот ваш новый правитель, кланяйтесь ему. И мы должны были пойти и сказать, боже, как прекрасно, что ты вернулся. Мы на самом деле очень раскаиваемся, что тебя выгнали. Вот так они думали. Ну, понятно, там какие-то карательные, репрессивные механизмы были разработаны. Но они же что думали, что украинцы как россияне будут себя вести или что? Наверное, так. И отвечал за это все, конечно же, Виктор Медведчук, который недавно, чучело которого недавно достали из шкафа и заставили его подписаться под очередной статьей про Украину. То есть какие-то жалкие попытки создания правительства в экзиле, в изгнании, с Медведчука этого бедного. Оставьте уже в покое его, этого Медведчука. То есть он же, наверное, не хочет уже лезть в политику обратно. Но не получится. Поэтому полное непонимание процессов, абсолютно бездарное стратегическое информационное планирование в том числе, а и цели спецоперации, которых никто не знает. Вот и все. То есть защитить, давайте, вот они сейчас сказали, защитить, чтобы не притесняли русскоговорящее население Украины или там Донбасса, да? А его уже нет там. Вы же его забрали на мясо в несколько волн уже и отправили тех, кого не сбежал. Там уже и защищать-то не нужно никого. Или что там, денацификация? Ну, вы сами отдали самых страшных, по вашему мнению, нацистов. Это ребят наших азовцев, да и не только. Вы же их поменяли на того же Медведчука. Поэтому я считаю, что целей нет. Цели мимикрируют под текущую ситуацию. Вот сейчас обвалится какой-нибудь фронт, там, пойдут наши на Мелитополь, Путин скажет, цель, все по плану идет, мы, значит, так и думали, мы как бы вообще не собирались там находиться. Цель втекти з Мелітополя. Да, перегруппироваться и так далее. Ему сейчас главное понять, а как он продаст вот этот проигрыш россиянам, свой проигрыш? Обіцяю, остання заява Лаврова. Перейдемо до інших тем. Російська Федерація, РФ намерена делать все, щоб обеспечивать свою безопасность вблизи японських островов.
до чого ця заява зараз лунає і наскільки зараз ймовірне відкриття чергового другого якогось фронту для Росії? Навряд ли на второй фронт там Россия способна, тем более России важно сейчас в заявлениях показывать, что она еще способна на несколько фронтов воевать, что она понимает определенные угрозы, которые с другой стороны могут наступить. Но я вам скажу точно, если Китай вдруг завтра захочет и решит, что Дальний Восток и Сибирь как бы принадлежат им, и зайдут туда своей армией, да, как это в анекдоте, разобьются небольшими группировками по 2 миллиона человек, и зайдут туда, то ничего Путин не сможет противопоставить, ни российская армия, абсолютно ничего. Ядерную кнопку там нажимать он не будет. То есть Россия слаба. И в принципе, это в этом логика. Там же у нас Энтони Блинкен, госсекретарь, летит в Китай в начале следующего месяца. А Ван И, китайский, едет в Европу. То есть все поняли, что чем слабее Россия, тем выгоднее всем. Китаю выгодно, потому что покупать еще дешевле можно все. Соединенным Штатам, Европе и уж тем более нам выгодно, потому что, ну, пора с Россией что-то решать. Вот и сигнал россиянам посылают. И я еще и про ту статью в Financial Times, где 5 китайских чиновников Путина безумцем называли и потерявшим доверие. Ну, то есть когда в России говорят про союзников, у них сейчас 2,5 союзника. Это Северная Корея, это Иран и страны, там, несколько стран африканских. Все, Китай не союзник. Цікаво. Знаєте, я ще хотіла поточнити про доступ до інформації в Російській Федерації і наскільки, можливо, є зараз запит, можливо, він з'являється в когось з людей в Російській Федерації, тому що сьогодні була заява голови ЧВК Вагнера Євгенія Пригожина, каже наступне: в ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны. Наскільки неочікуваною для вас є такий крок неочікуваним? Ну, Пригожин, конечно, может там пытаться закрыть все, что угодно, но мы понимаем, что сильно накачана персона Пригожина, его же политтехнологами, сильно накачана значимость этой фигуры. И целый ряд последних событий, ну, тому прямым доказательством является, что военные, грубо говоря, в схватке Пригожин, Суровикин, Кадыров выиграли. Дальше просто сказали, не как там ВДВ в Солидаре воевали и в Бахмуте. Дальше, значит, сместили Суровикина. Поэтому Пригожин даже Беглова не может победить, ну, скажем так, губернатора, с которым, если бы вот он бы такой властью обладал, наверняка бы давно справился. Поэтому слишком много, как говорится, чести. Хотя не исключаю, что Путин может придвигать, отодвигать к себе Пригожина как противовес там другим определенным силам. Поэтому, что касается закрытия Ютуба, закрывайте. Мне, знаете, я тот процент микроскопический россиян, которые раскаиваются, соболезнуют нам, помогают нам, он микроскопический. Сделайте уже реально цифровой концлагерь. Закройте им YouTube, закройте им, значит, все Инстаграмы, Фейсбуки, все закройте им. Сделайте им, как они хотели же, какой-то там российский аналог социальной сети единой. Сделайте им уродскую эту социальную сеть. За VPN, за обход, значит, блокировок карайте, сажайте их на 10 лет. Все. Россияне выбрали сами свой цифровой концлагерь. Поэтому живите там долго и счастливо. И желательно еще стену и ров с крокодилами, чтобы оттуда не вылазил никто больше. Пане Борисе, я дякую вам за це інтерв'ю. Спасибі. Борис Тезенгаузен, український політтехнолог, був разом із нами. Дякую.